28 марта Северский район посетила мобильная приемная губернатора Кубани. Остановилась она в Доме культуры станицы Северской. В работе выездной приемной приняли участие специалисты краевых министерств и ведомств. Прием вели и наши местные специалисты. Отдельно можно было обратиться напрямую к главе района Андрею Дорошевскому. Всего в этот день поступило 87 обращений. Вопросы касались сферы ЖКХ, транспорта, дорог, социальных выплат, переселения из ветхого жилья, соседских споров и многого другого. Надежда Ивановна, несмотря на возраст, пришла лично. Ее волнует мусорный вопрос. Я живу одна, и у меня мусора почти нет, и имею право сжигать на приусадебном участке личный участок или компостировать. Я рационально использую все. И прошу изменить закон. Ну, в общем, послала документы Кондратьеву не из-за денег, а дело принципа. А жители станицы Калужской по-прежнему беспокоят проходящая через населенный пункт региональная автодорога. Более 2 лет люди просят сделать ее безопаснее. 3 километра шоссе проходит по станице, а тротуара нет. И проект делается не просто так, а по национальной программе качественные и безопасные дороги. Вот мне вопрос. Являются они бы безопасными для жителей Калужской или нет? Для Лидии Джобовой даже организовали видеосвязь со специалистом из Краснодара. Ее и соседей по улице Матросова в станице Азовской волнует постоянное отсутствие воды. Она не доходит по трубам до горной части станицы. У нас не поступает вода летом. Сейчас у нас колодцы, у нас есть, потому что без этого нельзя. Но с мая месяца, когда начинается полив, начинается больше расход воды, вода туда не доходит. И нам возят и в колодцах ее нету. Письмо написали о том, чтобы вот это вот выделили деньги на то, чтобы там сделать еще одну как бы станцию. Многие из обратившихся смогли решить свою проблему на месте. Другие, требующие времени вопросы, приняли в работу и перенаправили в профильные ведомства для их скорейшего решения.